Бля, медведь. Переработка медведь вот здесь. идет, ну. Да. Блядь. Ну нахуй, отходи. Давай крути эти бинты, блядь, оперативней. Я, короче, на приседе буду. Ага. Ага, на контрол все время. Опа. Так, а... Нету? Кто-то перерабатывает. Тканей нету вообще. Сейчас так. Я тебя, сука, зарежу. Да, я чувака захуячил. Он перерабатывался, прикинь. Ну, все, забирай. Ткани. О, все, бежим. Я на G8. Я возле лагеря. Ну, пожрать надо что-нибудь найти. Тут вообще ничего нет. Ну, я не... Хотя, с краба вроде тоже X2 падает. Ой. Ну да, там 5 скрабов. Наш охерел. Ничего себе, что за такой мешок такой удачный. Огурец, стройся, там написано. Да сейчас мы с Диманом построимся, еще вам прикурить дадим пипися, блядь. Заебали. Ебать, тут бас настроен, я ебу нахуй. Ты вообще в натуре сервер выбрал, блядь, максимально, блядь, классный. Ну, в том плане, что здесь экшен вообще жесткий какой. Ну а, да. Все, бежим. Бегит. Камушек надо чуть-чуть. Блять, угарно играет, я говорю. Как бы это, тут верстак для изучения в этом вот посте стоит у них. И, по-моему, должен еще первый верстак стоять для изучения. То есть ты, типа, в принципе, можешь ничего не строиться, просто чисто это, скраб туда приносишь и изучаешь первую ветку. 3 семерки, азина, 3 топора. Опа! Хуяк, нахуй. Чего, блять? Вот именно в этом, вот это лагерь бандитов, а тот, короче, город, по-моему, называется, что ли. Сейчас, погоди, я его найду. Нифига у тебя этот, ага. Ты что-то упал. Можно было бы... Череп человека. Это не мое. Это не мое. Измельчить. О, его измельчить можно, прикинь. Верстак. Вон бомжи какие-то, а, смотри. Вот здесь первый верстак. 4 на X10. У меня есть 40 стрел. У тебя лук есть, нет? А, вижу. Так. Ну все, сейчас ставочка сыграет стопудо. Давай. Оп. О. Трайбан. Сработало. Да. Ну, у меня меньше стало, чем было. Ну я столько же получил. Так, ну и чё? Ну и все. Давай 5-ку выкатывай. Десяточка нужна. Сука! Один, да? У меня все сгорело. Я поставил на все, кроме однерки. На, вот тебе половину держи. Ставь на 10. Давай. All in. All in. 10, да? Ну да. Видишь, не дотянуло чуть. Так и чё? Следующий, это точно 10-ка будет. Блин. Сейчас 20-ка будет. Да, 20-ка будет, стопудово. Слушай, может оставим, купим что-нибудь там пожрать? Да ладно, чё? А тут ты же не доживёшь. Да нормально, 40 ещё. 40 есть ещё. Братан,
Давай. О. Ты как этот. Вон, бери. Вон лежит на полу. Как муха. О, да, да ладно, прикинь, блин. Я тебе говорю, уже с 20-го. Сука, я же хотел на нее поставить. Ну ладно. За скраб. Короче, ставь, ну, ставь вот метку на этот. Куда? На Ю-16, вот в город нам, туда нам. А, это ты поставил, да? Все, давай. Малинка, калинка, и вон еще грибочки слева. Ага. Чик-чик. Что-то тоже показалось, да, как будто кто-то бежит. Да-да-да. Так, надо камень скрафтить. Я тебе сейчас покажу прикол. Камень, вот здесь камень. Да не, я все я скрафтил. Ничего не надо, Диман, пошли. Оружие выбирай. Вот где еще можно? Вот, все, здесь нельзя, короче, видишь? Внутри, видишь, нельзя добывать ничего. Ну, угу. Типа, этот ствол нельзя достать. Ну. Короче, берешь, достаешь камень. Угу. И просто добываешь трубы нахуй здесь. А-а-а. Я тебе говорю. Бизнес пошел. И тебя здесь никто убить не может. Погнали. Сейчас я... Блин, а у тебя... А, у меня у самого факела есть. Сейчас так. Я тебе покажу. Вот, давай еще одну. Пришли хозяева. Я тебе говорю, сейчас, ну вот. И прямо здесь сейчас базу построим. Баш, что ты? Ну мы это, я типа прораб, короче. Так, вот это значит у нас убирается. Вот не, там. Ну давай тогда по злачным местам сбегаем, погнали. Веди. Типа... давай я поведу. Вообще, типа, вот это. Ну да, 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 здесь же еще есть такие места с этими сундуками. Угу. А здесь везде вышки стоят, то есть, если мы здесь сдохнем, мы всегда. Ну, если нас кто-то убьет из этих. Из чуваков. Мы всегда здесь можем дроп свой поднять, и никто его у нас не сможет здесь вот поднять. Вот, труба, смотри. Не будем? Или да, нафиг? Конечно, давай. Все, все, все. Я просто бежал до точки. Ой. Блин. Я тебе говорил. Вообще пофигу. Долбится. О, тут метро есть. Да, да, да. А ты внутри или что? Да, я вот только что в город зашел, я тут эти еще камни лутаю, эти трубы, ну эти знаки металлические. Сейчас ты подбегай ко мне прям в центр, а вон ты прыгаешь. Пойдем, я сейчас быстро экскурс проведу. Халло. Халло. Дай сюда. Че, где? Это ты? Нет, это охранник. А? Здесь, короче, перераб. Вот здесь. И чё, и просто бегаешь по кругу и перерабатываешь эту хрень и всё? Ну, нет, я тебе просто показываю. Здесь перераб. Ага, ага. Вот. Погнали. Так. Здесь, короче, обменники. Вот прям заходи в магазин, смотри, какие цены, чё на чём можешь поменять. О-о-о. То есть, типа, за скраб, за ткань можешь вот это всё менять. Вот здесь, сюда, смотри. Здесь, да, короче, да. За камни дерево меняют, за дерево. Прикольно. То есть, типа, дерево нарубил, пришел сюда, на камень заменял и пошел базу проапгрейдил сразу. Дизельное топливо. Ага. Здесь верстаки. Первый вот, уровень, понятно, да? Изучать. Да, это тоже первый. Пойдем вот еще здесь. Здесь, короче, тоже магазы. Здесь стволы продаются. Угу. И тут два, короче, тут компоненты, шмотки. Здесь шмотки. Здесь всякие там кирку, тут отбойный молоток, можно бензопилу замутить. Угу. Да, и вот здесь еще один последний остался. Здесь всякие эти, ну там для выращивания, а здесь на инструментах можно поиграть.
Вот, ну что, пойдем, я переработаюсь быстренько. Так, два топора я делал. Сейчас я тебе один скину, надо дерево прям вообще нормально выйти, нарубить. На, иди, короче, дерево лутай сюда, блин. Мы сейчас замутим бейс. Да ладно, блин. Кто меня убил-то? Угу. Тип какой-то. У тебя есть две веревки? Могу обменять на что-нибудь. Вот только что переработал. Винтово. Так, точно. У нас типа бамбуковые деревья будут или что это? Пальмовые. Опа. Так, давай скидывать дерево, я пошел его менять. Так. Так, и вот так. И давай еще, короче, знаешь, нам что надо сейчас сразу эти печки поставить, сейчас сразу плавку. Ну вон я скинул там этого. Там на две печки должно хватить. Это я. Yeah, it's you. Так. Сейчас тут бахнем, я тут смотрю, тут уже две или три базы есть полугнившие. Чего? Четыре серы. О, давай, все забираем. Сейчас быстренько откроемся и это пойдем ебашить. Конопля. Пес. Пушка, чуп есть. Ого, ого, вот тут человек может есть у тебя майонез. Тут, блядь, этот стоит. Нахуй, погоди. Кто? Сейчас заебашим. Кто? Ну этот ебаный страж, блядь. Галактики? А, вижу, да. А чё? Ебать. Пошёл экшон. Еще где? А где он? Я его не вижу. Пихи подал ему. Я попал, убил. Да. Убил, да. Офигеть. Не, я думаю, это прокрафтится до револьвера. Пиздец, еще придется сейчас эти ходить бить знаки. Ебаные. Там до него то ли 500, то ли 600 надо. Mm-hmm. До револьвера. Ну и типа с ним спустимся и понимаем. Добавляем. Вау, когда расцветает? Братан. Братан. А сколько времени сейчас? Братан, как светло-то будет. Все, последний заход. Ништяк. Все. Сейчас у меня получается, короче, какая задача. Я собираю на револьвер, крафчу два револьвера, и мы типа должны нахера патронов на крафт. Там нажрешься уже нет когда-нибудь скотина. Все, все нормально. Че, как белые люди поедем? Конечно. А когда можно будет уже достать револьвер? Так, прям сейчас. О! О, прицел! Офигеть! Да. Наконец-то, блин. Все, Counter-Strike начался, походу. Да. Теперь ну, надо постоянно Ctrl. Вот так вот двигаться, типа влево-вправо, там, Ctrl нажимать. Да, прям в этот. Как-то. С крикой там что-то. Ну, вот как вот на этом. Скриптонит? Криктонит. Ебать ты дерганый. Куда там нажать-то?
Ага. Чё, кто налево, кто направо? Вон он, один. Я. Фак. Ага. Вау! Воу-воу-воу, вот там. Сука. Вообще не попал, блин. Я тоже. Ага. Бог. Кровотечение. В конце. За еще второй. Воу. Попал, попал, попал. По мне попал. КД, КД. Пичку дал ему. С лука. Одного убил? Не-не-не. А куда он делся? Он за ящиком. А, сука. Блин, не вижу ни хрена. Вообще. Попал, попал. Нифига. Убил его, нет? Не-не-не, там видел, что он убежал. Во, еще к нам бежит. Сзади, сзади, сзади. КД, КД, КД. Убил. Вон, еще второй. Вдалеке, прямо за на другой стороне. Да-да-да. Где он? За черным ящиком. Блин, он так неудобно там стоит. Сука, у меня патроны кончились, и он не сдох. Да ладно. Убил, нет? В башку попал. Да-да-да, все-все-все. Только туда не беги там, потому что еще эти дальше стоят, такие же долбоящеры. Тебе патроны дать? О! Где, где, где? Бля, он прям за тобой бежит. Да, да. Вай, вай, вай. Патроны, сука. Пичку ему ХП. Дал, возможно, сдох. Я ему три раза попал, он должен сдохнуть, да. Да, 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 там еще один. Три раза попал, четыре. Патроны кончились. Я вообще его не вижу. Он на правую сторону перешел к тебе. У него прям ХП, деха. У меня ХП нету тоже. Какие-то гангстерские перестрелки прям. Попал ему в башку, попал. Все, убил. Все, ништяк. Думаю, что они тут. Да-да-да, стой-стой-стой. Точно должен быть один. Да-да-да, вон он, да, сука. Убили? Нет. Я в него попал. А, не, ходит, ходит. Сука. Патроны. КД, сейчас. Два раза я ему дал. Да у меня кровотечение, блядь, 20. Вообще. Убил. Пиздец, нихуя он мне нахитовал. Это один был? Да. Там да, еще да. Второй вроде был, не? И бинтов, если честно, не особо. Надо быть точнее, бро. Да, кстати, надо еще подбинтоваться. И еще скрафтить. Я уже все, я уже повторно скрафтил. У меня 10 бинтов осталось. Пичку дал. Посередине который. Посередине. Мне бы понять, по какой середине там еще. Там дальнему тычку дал. Попал, попал, попал. Еще раз попал. Тычку дал. Он сдох? Еще раз попал. Ой, не попал. Сука. Не попал. Этого-то убили посередине. Убил? Убил. Убил, убил, убил. А, тычку дал. Убил? Нет, попал только. Там двое. Ах ты, как он метко стреляет, сука. Ну это же бот. На. Убил. Да-да-да, я в него попал. Там. Может да. быть, когда-нибудь там томик выпадет. Ну это пиздец. Возле порта? Да. А, ну давай, чё. Пофигу, там тоже базу поставим. Лифтер. Холодильник.
Чё там? Push the button. Ага. Так, короче, чисто потом понял ходить, короче, через нее. Ну, такая логика и была, что чисто от базы к базе. А чё нам на лампочку что-нибудь? А, есть факел. Ну я что, все, зажгу сейчас. Ну ты как бы это, зажигай, я не знаю. Бля, медведь. Переработка медведь вот идет, ну. Да. Блядь. Ну нахуй, отходи. Офигеть, как он меня не убил, я вообще не знаю. Пиздец, ты ему наебнул. Больно, просто ебах отбоем. Можно же умереть, да, и воскреснуть, в принципе, здесь. О, наконец-то. Блин, прям солнце, смотри. Офигеть. Блин, мне бы этот... Кирку. Так, погоди, глушитель нахуй, ткани 1400. Ооо, мясо. О, 2400, все, в принципе, остальное, кирку вот еще можешь забрать. Металл у него 700, смотри. Да, но мне не лезет. Типа не могу строиться вот здесь, забери вот эти две шмотки из этой хуйни. Либо можем, короче, в гидропонную ферму уйти. Да нахрен она нужна? Давай это. Бахать, короче, всех. Спасибо этому дому. Пойдем к другому. Побежали туда, да? Да, я в сторону портала уже ломлюсь. Red Dead Redemption, сука. А у меня, кстати, этот... Яй-яй-яй-яй-яй. Лук, ну... Underground. Underground. Бля, я бы с лука, конечно, ему засандалил. Бля, что-то с этого револьвера они вообще как-то хило кладутся. Mm-hmm. Вот бы питон изучить. Ах ты. Сейчас вот здесь прям... Вон он. На, попал ему. Убил? Да, убил. О, сука, хилос. Да почему я не попадаю-то в него? Попал. Сука. Убил. Он... Сука, с этого пистолета вообще не попасть. Да, еще тычку дал, он сдох. Да? Ну да, потому что я в него с пистолета еще попал. А я-то видел, откуда с лука-то стрелял. Да, видел. А не, вон слева еще один. Да? Два раза попал. Ах ты, сука. Ай. Вышел? Да, у меня прям. Сука, вижу. Еще этот тип. КД. Обоих убили. Убили? Да. Попал. Еще попал. А, патроны кончились. У него прям деха, походу, сука, осталось. У меня опять кровотечение. Бля, зачем я вылез туда? Да где он? С правой стороны где-то он ходит. Да вижу, блин. Вау. Да пиздец, он по мне. Он меня ранил. Сзади ползал. Убил, да. Ранил меня. Убил. Я ползал сзади. Все, иду. Аними, братан.
Помочь игроку. Жесть. Я еще ствол выронил где-то. У меня пока 60 хп. Ты как увидишь, прям сразу не ломись к ним. Окей. Давай, если что, снизь. Снипер? Блин, я не знаю, как мы сейчас будем слева проходить. Иди с прицела, отойди. Еще тычку дал. Ага. У меня пистола там. Ой, слева там, тип. Слева тип. Идет, 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 слева, слева. Да, он делся. За угол. Готов. Офигеть, он меня накидал. Нахитовал? Ага, вон он где. Как? Блин. Иди назад. Попал, попал. Он умер, я убил его. Да ты чё? Да это вот, видимо, которому я хэд дал, да? Да, наверное. Заебись. Че? Вот еще один. Тычку дал. Еще второй на вдалеке. На левой стороне. Осторожно, тут за углом еще вроде вот этот тип. Здесь слева сразу. Убил. Да-да-да. Пригнись, пригнись. На, по диагонали оттуда. Да-да, я ему пару раз дал. Тычку дал. Еще тычку дал. О, сука, он живой. Еще тычку дал. Одного убил. Слева, да? Не, посередине. Не-не-не-не. Он живой еще. Но я в него попал. Готов. Цел. Ну и прям, типа, максимально этот... О, оружие убрал. Да-да-да, убрал. Офигеть, я успел. Так, все. А, ну, кстати, удобно. Выходишь, и сразу безопасная зона. О, слышишь, о, да, кто-то колотит? Да-да-да. Че, давай подойдем, спросим там. Как бизнес, типа? Эй, what is your business? Hello. Liquid? Hello. Liquid? English, maybe? Yes. Окей. Алло. 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 I can hear you. I forget to switch up the fucking sounds, mate. It's Polish. Курва. Polish. Право? Ну, не совсем. Туда же, вот за камешек. Ёбаный медведь тут ходит. Опять? Да, только ты его не трогай. Он тебя тоже в безопасной зоне, он тебя... Да. В прошлый раз так же получилось. Ну, ты, видимо, не в безопасной... Ой, там два, блядь. Okay. Сезон, что ли, или чё, бля? Хуй знает. Путин военный преступник, Америка тоже отстоит. Видишь, что в чате пишут. Двери закро. Все. Это рядом с этим чуваком. Тут уголочки. Так, давай. Ложись. Ну, все. Давай, ну, ложись. Все, я Alt F4 делаю. Ложись, я смотрю. Давай, F4 прям. Да. А, нет, я тебя не могу лутать. Нет, в том-то и прикол. Только я могу сам себя залутать. Надо было скраб тогда взять. Да ладно, пофиг. Так я взял. А, ты взял? Да. Да. Ну там ничего ценного не осталось, да, получается? Почти ничего, кроме ладно, серы. Ладно, да, все. Вот. Ну, хорошо. Давай. Спокойной ночи. Спокойной ночи.
Thank you.